Здравствуйте. Еще раз продолжаем о больнице Шары Цедек. И мы находимся на четвертом этаже. Здесь такой, Рабавром тоже об этом фотографировал, такой мини-музей, связанный с историей больницы. И вот эти ворота, это и есть те ворота, которые были изначально в больнице с 902 по 79 год. Рабавром здесь вам покажет сейчас табличку. Почему именно эти ворота, почему их решили на самом деле сюда перенести? Я так понимаю, что название Шаарей Цедек — это врата справедливости. Да? То есть больница названа врата справедливости. Вообще, в принципе, почему творение добра в иврите называется цдака или справедливость? Какая-то думали об этом? На самом деле есть это очень глубокая мысль. Ее меня научил один крупный бизнесмен этой мысли. Он сказал, что когда он начал соблюдать Тору, то у него возник вопрос, почему он, который тяжело трудится, зарабатывая деньги, должен помогать тем людям, которые иногда сидят просто и бьют баклуши даже, да? Ну, и почему он должен отделять те деньги, которые он потом и кровью заработал, так сказать, своим умом, своей энергией, деловитостью? И его раввин, этого моего друга, бизнесмена, он научил его такой идее. Он сказал, что дело в том, что Всевышний дал тебе какие-то способности, возможности. Ты деловой человек, у тебя есть много энергии, ты не устаешь и не как-то не отчаиваешься, идешь вперед, и у тебя получается. Не всем людям дали такие возможности. И справедливо будет, если ты из того, что Всевышний дает тебе, поделишься с тем, у кого этих возможностей нет. Это касается и денег, это касается сил. Например, если человек болен, да, то справедливость – это помочь ему. В чем справедливость? Понять, потому что ему что-то не хватает, и необходимо ему помочь. Поэтому врата справедливости, так называется эта больница, больница – то место, где делают с людьми огромное добро, их лечат, их спасают и так далее. И вот здесь вы видите такой экспонаты с старых таких предметов, которыми раньше лечили. Вот здесь меня поразила больше всего вот эта табличка. На ней написано, Рыбарь, вы можете ее поймать? Да? Время посещений в больнице всегда с 3:30 до 4:00. В пятницу и канун праздников нет посещений. Не приводить детей в момент, во время, когда есть посещение. Сейчас это вообще не соблюдается, здесь с трудом, в принципе, есть часы посещения, стараются, чтобы они были. И дети всегда приходят навестить мам после родов, вот сам приводил недавно. И это, так сказать, целое специальное такое впечатление, которое, так сказать, всем очень нравится. Вот это, так сказать, немного о истории больницы. Больница была госпиталем во время всех войн Израиля, сюда привозят травму, всегда приводит раненых, это всем очевидно, всем понятно. Да, это такая вот, такое место, врата справедливости. А это список раненых. Список раненых с войны за независимость, с описанием их ранений и с теми, что с ними случилось, кто выздоровел, а кто, не дай бог, и ушел в мир иной. Да? А вот так выглядели окна. Смотрите, вот так вот выглядели окна во время войны за независимость. Вот так вот, чтобы пули, снаряды не могли оказаться в палате. Вот так, видите, да? Да. А вот там написано «Исхули Шарей Цедек, откройте мне врата справедливости». Это предложение из Теилим. Большое спасибо.